Будь ответственным, знай, как поддержать и развить экологию родного полуострова. И сегодня мы поговорим об этом с нашим гостем. Сегодня у нас в гостях Святослав Тараповский, основатель проекта «Экосубботник». Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, очень приятно видеть вас в нашей студии. Мне тоже очень приятно. Вы принесли всякие разные девайсы, и очень интересно узнать о них поподробнее. Что это такое? Есть такая губка специальная. Ее можно использовать для мытья посуды. Вот. Она используется вместо такой обычной губки. Эта губка, она одноразовая, то есть я ей попользовался и выкинул. Ну да. Вот. И на нее постоянно нужно тратить деньги. Ну вот у меня такая дома, действительно, да. Я думаю, что я такая не самая одна. Обычная. Самая обычная губка. Да, и чем же вот ваша губка, которую вы принесли с собой, лучше, чем эта? Вот такую губку, ее можно использовать постоянно, то есть ее можно купить и использовать всю жизнь. Всю жизнь? Ну да, всю жизнь. Угу. Чтобы от микробов избавляться, кипятком заливать. Вот, ну и действительно можно постоянно ей пользоваться. Из чего она сделана? Она сделана из материала, называется он джут. Очень интересно. Да, ее можно самим сделать, ее можно купить. Ну и, соответственно, меньше отходов, да? Меньше мусора мы выбрасываем, меньше отходов. Конечно. Итак, да, давайте дальше. Это вообще, да, одна из самых таких глобальных проблем экологии, ну то, что вот эти губки, они пластиковые, и они постоянно, вот сколько, там 300 тысяч человек в Симферополе, и каждый человек постоянно каждую неделю покупает вот такие губки, то есть это много. Это правда, их надо покупать каждую неделю, да, я прям подтверждаю. Это просто много миллионов губок. Вот есть такие специальные экотряпочки, можно прям написать в интернете, экотряпочка, то есть вот это для мытья посуды. Тоже для мытья посуды? Да, она для мытья посуды. Ой, она такая шуршащая. С одной стороны, она вроде бы как... С ворсом, да, каким-то? Да, а с другой стороны мягенькая, можно вот даже лицо. Да, и такой тряпочкой можно без моющих средств отмывать все. Жир, да? Да. Хорошо, Святослав, давайте не будем интриговать, что еще вы с собой принесли. Вот такая тряпочка, это для лица. Так, чтобы, это уже интересно. Чтобы женщинам заменять вот эти кругляшки. Знаете, на что похоже? Вот в машине, меня сейчас, наверное, должны понять автолюбители, в машине у каждого водителя есть тряпочка, которая протирает стекло. Очень похоже, очень. Да. В чем же преимущество? И машину протер, себя протер, коллегу протер, всех протер, камеру протер. Вот эту тряпочку я взял у своей мамы, она ей начала пользоваться вообще до того, как узнала, что такое экология. Вот. И преимущество в том, что ее также можно использовать на долгосрочной основе. То есть не постоянно покупать диски вот эти. Но она, получается, разлагается, да, или не разлагается? То есть чем она плюс этой экологии тряпочки полезна? Тем, что ее можно использовать очень долгое время. То есть, опять же, долговечность, да? Да, долговечность. Итак, Святослав, экосубботник. Да. Что такое? Когда состоится? Экосубботник у нас проходит каждую неделю. То есть этот проект я создал, чтобы его можно было проводить постоянно, чтобы каждый человек мог каждую неделю взять на себя такую привычку, взять ответственность и каждую неделю ходить убирать в своем городе. Вы это рассказываете где-то в соцсетях. Как вас найти? То есть человек, который хочет, допустим, поучаствовать в таком субботнике, но он просто не знает, куда пойти. А вот как присоединиться к вашей команде? Как узнать? Во сколько, когда, где? К нашей команде можно очень просто присоединиться. Вконтакте можно прям так написать «Экосубботник». У нас такая зеленая аватарка стоит, и там прям на аватарке написано «Экосубботник». Угу. То есть это очень легко найти. В Инстаграме также «Экосубботник» есть, там моя личная страница. На некоторых подобных мероприятиях я присутствовал, участвовал сам и как корреспондент тоже. И вот что интересно. Обычно это просто убор мусора какой-либо территории. Просветительской работой вот на «Экосубботниках» вы занимаетесь? Рассказывайте людям, что вот лучше мыть посуду вот так, вытираться лучше так. Рекламируйте вот эти девайсы. Вот в чем наша главная идея «Экосубботника»? То, что мы не собираем мусор. То есть мы собираем вторсырье, отходы. То есть мы собираем стекло, мы собираем пластиковые бутылки, мы собираем разные вот такие пластиковые пакеты. Uh-huh. То есть, мы собираем то, что можно сдать на переработку. Да, то есть мы это отправляем именно на переработку, чтобы из пластиковых бутылок делаются, например, футболки. То есть это обычная, ну, футболка, вот обычная ваша одежда, она состоит из хлопка и из какой-то синтетической ткани.
синтетическая ткань, она делается именно из пластиковых бутылок. То есть ваша футболка сделана из бутылки? Да, или... и скорее всего, ваша тоже. А сколько бутылок уходит на создание одной футболки? Тут я уже не скажу, сколько уходит. Святослав, ну а вы лично делаете вот эти разграничения у себя дома? Значит, пластиковый мусор отдельно, стекло отдельно, я не знаю, фольга отдельно? Да, я разделяю абсолютно все отходы. Я даже... Я живу в квартире, но я умудряюсь делать компост, то есть органические отходы, это шкурки разные, там, еду недоеденную, это все идет в компост. Вот. Святослав, как давно вы этой деятельностью занимаетесь? Этой деятельностью вообще начал заниматься, конкретно экосубботником, начал заниматься с конца августа этого года. Вот, наш проект сейчас развивается. Вот, а насчет того, куда вообще девать все эти отходы, то есть которые сортируются дома, во-первых, 8 декабря будет проходить проект, который называется «Разделяйка». То есть можно будет... Интересное название. Да, на «Разделяйку» он очень популярен в России, но в Симферополе он сейчас только набирает обороты, вот, и можно будет туда сдавать все свои отходы. Можно написать также ВКонтакте «Разделяйка», вот, и там будет симферопольский паблик. Давайте объясним телезрителям вообще, для чего надо разделять отходы, потому что многие не понимают, и у нас как-то это было не принято некоторое время. Это сейчас уже появились какие-то новые тенденции, веяния, люди начали понимать, что надо разделять. Но все-таки зачем? Конкретно зачем? Разделять нужно... Вообще есть несколько таких моментов, почему нужно разделять. Во-первых, жить в гармонии с природой, потому что есть деревья, мы, например, дышим воздухом только за счет того, что деревья все это синтезируют, выделяют то, чем можно дышать. Да? То есть это забота о природе, во-первых. А во-вторых, то, что идет на мусорник, оно едет на свалке. Вот, а на свалках там рядом живут люди, и людям... плохо дышать от этих свалок. То есть нет такого, что ты пришел домой, все разграничил, да, вынес это все в мусорный контейнер, мусорка подъехала, все это забрала, и на свалке это все опять перемешалось. Вот. Это так делается, нет? У нас в «Экосубботнике», в паблике, надо обязательно зайти в этот паблик, там будет, публикуются постоянно посты о том, куда можно сдавать отходы. Mm-hmm. То есть у нас на мусорниках обычных там нет такого, что вот это у нас стекло, вот это пластик, еще что-то. Это все сдается отдельно в пункты приема, которые есть по всему городу, абсолютно в каждом районе. Вот, Святослав, к сожалению, время нашей беседы лимитировано, ограничено. После беседы я обязательно у вас узнаю, где вот можно такие вещи найти, приобрести. А быть может, вы это сами сплели и расскажете мне, как повторить. Ну, а нашим телезрителям я хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях был Святослав Тараповский, основатель проекта «Экосубботник».